Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложила вето на закон о прозрачности иностранного влияния, который парламент Грузии принял в третьем чтении. По ее словам, вето не будет подлежать никаким изменениям и будет передано в законодательный орган. Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении закон об иноагентах, что спровоцировало резкие заявления со стороны ЕС об угрозах приостановки интеграции страны в ЕС. Грузинский президент неоднократно указывала о намерении наложить на документ вето, и для этого у нее был срок до 28 мая. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе заявил, что парламент может поддержать вето, если представленные президентом Зурабишвили замечания окажутся приемлемыми. «Сегодня я наложила вето на закон об иностранном влиянии. Он противоречит нашей Конституции и всем европейским стандартам, поэтому представляет собой препятствие на нашем европейском пути. С юридической точки зрения, это вето не имеет никаких проблем, и сегодня оно будет передано парламенту. Это очень простой вето. Этот закон не подлежит никаким изменениям и усовершенствованиям, и он должен быть отменен».